Топ из полухлопка. Как же нам добиться сокращения петель? Сокращаются петли от центра, то есть вот у нас резинка низ изделия, дальше мы выделяем одну дорожку по центру груди, да, одной груди, и вот здесь мы начинаем сокращать, то есть в каждом лицевом ряду мы в этих местах сокращаем по одной петельке. И идем так до тех пор, пока у нас не сократятся петли совсем, оставляем только несколько петель. Сейчас скажу. Так, оставляем несколько петель. Вот здесь вот у меня 5 петель, которые я потом превратила в 3 петли и вязала 27 сантиметров бретель.